Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Но, уважаемый господин наша президент Россия, России, верховный главнокомандующий... Наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем с Новым годом! Ура! Победа на века! Мы все с нетерпением ждем самое лучшее, выдающееся, самое лучшее в мире праздничное поздравление с новым 2021 годом нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. И очень просим, уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы, Нестер Умитлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Таня Семеновна. Очень просим вас избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год поместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. С тревогами и большими материальными сложностями. С переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами. Правильно, поддерживаем. Прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши... Правильно, поддерживаем. Малыши и... Поздравляем. Подрослевшие. Это наши друзья и коллеги. Бескорыстные помощи и общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома. Но от этого не менее значимо. Прекрасно, поддерживаем! Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лето. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Правильно, поддерживаем. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден. Вместе мы все преодолели, наладим и восстановим нормальную жизнь. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Прекрасно, поддерживаем! Россия вперед! Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои,
одолеть блин и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также они устанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Правильно, поддерживаем. Всем, кто несет свое служение днем и ночью при любых обстоятельствах, находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. Прекрасно, поддерживаем. И с планами на будущее встретить новое. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежную локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. Ура! С праздником! Прекрасно. С новым 2021 годом! Прекрасное выдающееся выступление, поздравления Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Владимир Владимирович Путин, Мишустин Михаил Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, Собянин, Беглов, Колокольцев, Бортников, Шойгу. Поздравляем вас и ваших родных и близких с новым 2021 годом. Желаем вам счастья, здоровья, успехов и очень просим Владимира Путина избираться на пост президента Российской Федерации на выборах 2024 года. С Новым годом, с новым счастьем! Ура! Долгие и благая вам лето, Божьего вам благословения на ваши великие подвиги, свершения, успехи, мировые триумфы на благо всего российского народа! Сия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Тобой верного края раскинулись наши леса и поля. А ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна
мы гордимся тобой. Ура! 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 Да здравствует триумфальная выдающаяся победа на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина! Бьет наша вера в отчизну. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество! Наше свободное братских народов союз вековой предками данная мудрость народная. Вся страна, мы гордимся тобой. С Новым годом, с новым счастьем! 2021 год, выдающееся самое лучшее выступление, поздравления Владимира Владимировича Путина. Все поддержали, и мы, Нестор Метлицкий, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Евлияне Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Алексей Мария Владимировна, мы очень просим вас, мы уважаем Владимира Владимировича Путина, избираться на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова. Реновация Москвы, России и Санкт-Петербурга – самая лучшая в мире. В Московской области Воробьева все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России Путиным Владимиру Владимировичу, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустиным, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, Воробьеву, Володину, Матвиенко, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Герасиму, Антонову, Коношенкову, Турчак, Неверову, Воробьеву, Толстому, Цыбину, Александрову, Беляеву, Гусеву, Якунину, Сахнова. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Счастья, здоровья, успехов, Божье вам благословение, мировые триумфы, победы, успехи. Мы назвали вас самым главным влиятельным президентом, человеком эпохи, тысячелетия, столетия, десятилетия, года на планете. Вам все высшие награды, ордена, медали, главные, самые главные мировые лидеры, мировые политики. Благодаря вам мир на планете существует, жизнь россиян самая лучшая, счастливая, благополучная, комфортная. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Вам все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, всех кинофестивалей. Мы назвали вас главными лауреатами, победителями, рекордсменами, олимпийцами, чемпионами по всем номинациям в культуре, в искусстве, в обороноспособности, в экономике, здравоохранении, соцзащита Российской Федерации, танки, самолеты, ракеты, летчики, космонавты, танкисты, разведчики российские, депутаты Госдумы Российской, Совет Федерации, администрация президента, правительство, Центральная избирательная комиссия, партия «Единая Россия» и «Народный фронт» – самые лучшие в мире. Поздравляем вас! Мы, Нестор Метлицкий, передали документы о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года во все высшие государственные инстанции, в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента, правительство, Центральную избирательную комиссию, партию «Единая Россия», «Народный фронт», армия, МВД, ФСБ, полиция России лучшая в мире, на форум «Армия-2020», Алабина, парк «Патриот», авиасалон «Жуковский», герои ВДВ на Красной площади, улица Ильинка. Нам пришли замечательные, Нестор Метлицкий, пришли замечательные исторические, самые лучшие в мире письма из Госдумы и Совета Федерации с поддержкой нашей исторической инициативы о выдвижении Владимира Владимировича Путина
на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова, Московской области Воробьева. Ура! 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 Великая победа! С Новым годом! Россия вперед! Долгие благая вам лето! Долгие благая вам лето! Счастья, здоровья, успехов! Божьего вам благословения мы вам желаем, вам и вашим родным и близким! Долгие благая вам лето! С новым 2021 годом! Ура! 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 Великая победа России на века! За ваше здоровье! За ваше счастье! За наше счастье! Всех россиян! Ура! Великая победа России на века! Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе на страже Родины, стоите вы надежно. И победе на предстоящих выборах 2024 года Владимира Путина на пост президента России мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, солдат России, слава и отвага, страну родную защитить всегда. Верность долгу воинской присяге, штандарту президента армии полка на Красной площади, на марше, на параде, на воинских учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Радости звонкие песни в небе звенят над Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей. Ура! 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 Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь! Россия, ты мессия! Ярчайшая звезда! Россия, ты всесильна! Во всем, везде, всегда! На небосклоне много красивых, ярких звезд! Мы гимн поем предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина на пост президента России и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова. С Новым годом! С 2021 годом мы вас поздравляем! Много счастья, здоровья и успехов вам желаем! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Его святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл прекрасно благословил выдвижение и предстоящую триумфальную победу на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Господь Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать и все святые, с великой, святой, могущественной, процветающей России Владимира Владимировича Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведя, Сергея Семеновича Собянина, Беглова, Колокольцева, Бортникова, Шагу, Герасима, Антона Коношенкова, Лаврова на века. Наша Россия, 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 наша
Владимир Владимирович Путин все сделал для прекращения войны между Арменией и Азербайджаном. Дружба России, Армении и Азербайджана на века. Израиль, Египет, Америка, Европа, все страны, все главы всех держав всемирных. Вам все честь пришли воздать. Да, великую, святую, могущественную, процветающую Россию Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии, председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Бегулова. Реновация Москвы, Санкт-Петербурга, России, самая лучшая в мире, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиной, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу, Дмитрию Владимировне, Дмитрию Медведеву,
Сергею Семеновичу Собянину, Александру Григову, Андрею Юрьевичу Воробьеву, за ваши партии, да? Я не хочу. Потому что мы все очень любим наших президентов, нашу страну, да? Воробьеву, Кундель, Александру, Семеновичу, Михаилу, 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 Дорогой, лучше, чем вы, не верю.
Родины стоит и вы ждем нам. Индивидуальный предстоящий победе на выборах 2024 года на пост президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина и на пост председателя нашей России, наш президент, вас на силу права честь. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий зоны силы России Владимир Путин, мы нечерминтийски поздравляем вас и ваших родных и близких с наступающим Новым годом, создающимся самым лучшим в мире. Резко интересно Владимир Путин, самый лучший в мире. И мы, нечерминтийские, очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. Сегодня мы разложим пакет документов о выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок на выборы 2024 года и поздравления с Новым годом. Вот, включая самый лучший в мире память, посвященный нашему любимому президенту. Ура! Ура! Прекрасно! Все, победа, триумф! Ура! Победа на века! Молодец! Молодцы! Наша Россия, наш президент! Наша Россия, ура, учесть! Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Хороший прекрасный новогодний елки. Сегодня мы разводим подарки лучшим людям России. Разводим документы о выдвижении Владимира. Очень красиво Москва украшена. Ой, поздравляю тебя с наступающим 2021 годом. Вот, да, мы поздравляем нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. Вот, мы все очень любим нашего президента Владимира Владимировича Путина. Владимир Путин — президент любимый всенародный. Вот, и мы ждем с нетерпением самого лучшего в мире поздравления Владимира Владимировича Путина с новым годом. Вот, и мы, Нестеры Дмитрийские, выдвинули Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года, и все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, Путина, Мишустину, Медведеву, Колокольцу, Бортникову, Шойгу, Герасимову, Собянину, Беглову. Оленька, я тебя с этим поздравляю, тоже поздравляю, Оль, с наступающим Новым годом. Ура! Да, и Владимира Владимировича Путина поздравляем, ваших родных и близких. Прекрасно! Мишустина, Медведева, Путина, ура! Все, Оленька, молодец! Россия, Леночка, Дима, поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Желаю вам счастья, здоровья, успехов! Все мы любим нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина! Поздравляем Владимировича Путина с наступающим 2021 годом! Ульяна, Ванечка, поздравляйте! Ура! Давайте поздравляем с Новым годом, с новым счастьем! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Ульяночка, ручкой помаши, Ульяна! Наша, о, молодец! Прекрасно! Ну все, давайте, ребята, с Новым годом! В 2021! Ура! Привет, поздравляю, Николь! Ура! России вперед! Все, молодцы! Давайте, ребята, давайте, молодцы! Алло, Стелл, я тебя поздравляю с наступающим 2021 годом. Вот. Все мы с нетерпением ждем поздравления нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. Поздравление Владимира Владимировича Путина — самое лучшее в мире. Вот. И мы, Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремна, Елена Петровна, Емельяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Рафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Алексеевна, Мария Владимировна, мы выдвинули Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года. И все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, все фестивали, все кинофестивали, Путина, Мишустина, Медведева, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Собянина, Беглову, героев нашей Родины. Поздравляем наших любимых героев России,
Владимиру Владимировичу Путину, ваших родных и близких, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путину, Мишустиных, Михаила Владимировича, Владлену Владимировну, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустина, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Любви Медведеву, Сергею Дмитриевичу Собянину, Беглову, Воробьеву, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Цыбина, Александрову, Беляеву, Воробьеву, поздравляем с наступающим новым 2021 годом. Желаем счастья, здоровья, успехов, Божьего благословения. Поздравляем, Стелла, давай, поздравляй. Поздравляю! Ура! 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 Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь! Новый год с новым счастьем! Ура! С Новым годом! Ура! Все, прекрасно! Ура! Все, Россия вперед! Молодцы! Все, молодцы! Лена, Дима, Ульяна, Стелла, Вова, Вика, Мила, молодцы! Россия вперед! Так держать! Саша, все, молодцы! Давай, Стелл, молодец! Все, Россия вперед! Ура! Победа на века! Давай! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь! Ура, ура, ура! Великая победа России на века! С Новым годом, с новым счастьем! Ура! Ура! Много радости, веселья! Жизнь россиян самая лучшая, комфортная, благополучная в мире! Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, Мишустину, Медведеву, героям России, Собянину, Беглову! Ура! Новым годом поздравляем! Много счастья и здоровья, и успехов вам желаем! Россия, ты мессия, ярчайшая звезда! Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда! На небосклоне много красивых, ярких звезд! Самое лучшее в мире поздравление новогоднее Владимира Владимировича Путина! Ура! 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 Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент! Вас нам сила, право и честь! Ура! 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 Великая победа России на века! Уважаемый господин президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин! Мы не Сержантлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич! Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиане Максим, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Алексей Марин Владимирович, мы очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путина, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. С Новым годом, 2021 годом, мы вас от всей души, от всего сердца, с любовью, уважением, восхищением поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов, благополучия. Мы не Сергей, вам желаем. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Поздравляем, Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать, великую, святую, могущественную, процветающую Россию Владимира Владимировича Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, Сергея Семеновича Собянина, Беглова, Воробьева, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Герасимова, Антонова, Коношенко, Володина, Матвиенко, Панфиловой, Турчак, Неверова, Новика. Патриарх Кирилл прекрасно благословил выдвижение предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, реновация Москвы Санкт-Петербурга, самая лучшая в мире Санкт-Петербурга Беглова, Московская область Воробьева. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь, счастья, здоровья, успехов, Божьего благословения на ваши великие подвиги, свершения, успехи, мировые триумфы. Мы, Нестеру Метлицкий, вам от всей души с любовью, уважением, восхищением, благодарностью желаем, поздравляем. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий Вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. Поздравляем вас, мы, Нестеру Метлицкий, выдвинули Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации на выборах 2024 года. Поздравляем вас с наступающим, вас и ваших родных и близких, с наступающим новым 2021 годом. Желаем вам счастья, здоровья и успехов. Сейчас Володя прочитает самую лучшую в мире поэму, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Прочитай, Володя. Наша Россия великая страна, за ней силы и правда. Прекрасно, поздравляем. Все, поздравляем. Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий Вооруженных сил России Владимир Путин,
Мы, нехерметистки, поздравляем вас и ваших родных и близких с наступающим Новым годом, с выдающейся самой лучшей в мире пресс-конференцией Владимира Путина «Самый лучший в мире». И мы, нехерметистки, очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. И сегодня мы разложим пакет документов о выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок на выборы 2024 года. И поздравления с Новым годом. Вау, почитай самый лучший в мире поэму, посвященный нашему любимому президенту. Наша Россия, наш президент, у нас и сила, право, честь. Ура! Наша Россия, великая страна, за ней сила. Ура! Право, прекрасно! Все, победа, триумф! Ура! Победа на века! Молодец! Молодцы! Мамочка, спасибо тебе. Наша Россия, наш хорошее президент. Хорошее поздравление. Наша сила, право, честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Вот выпечка хорошая здесь. Да? Давай, Ульяна, и ты тоже пожелай. Всех с наступающим Новым годом. Поздравляю. Все будет хорошо в России всегда. Прекрасная елка. Вообще может быть. Прекрасная елка. Мы стоим около прекрасной новогодней елки. Подписывайтесь на мой канал. На его сегодня канал. Мы разводим подарки. Учим людям России. Разводим документы о выдвижении Владимира Путина. Приезжайте ко мне, будем вместе Новый год поздравлять. По всем кучкам. Песенку, расскажи. Очень красиво Москва украшена. Вот латы купала, купала. Давай, давай. Раз хорошо рассказывал, расскажи. Приняли очень серьезное решение, сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15%. Это как бы не направляем. Всегда на помощь. Это целый набор мер, которые в целом поддержали пострадавшего. Кроме пострадавших. Работали еще. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России. Полковник Антонович, вы не сильно Россию, Владимир Путин. Поздравляем вас и ваших родных и близких. Владимира Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну. Давайте еще Путина, Владимировича, Владлену Владимировну. Нет, давай тоже Александр Михайлович, Алексей Михайлович Путина, благодаря Владимировичу Путину. Новым годом! Михаил Михайлович, поздравляю меня с Новым годом! Светлану Владимировну, и я вас всех поздравляю. Здоровья! Глава Александр Дмитриевич, всех лучший в мире. Ответчики российские. Поздравляем вас, мы сегодня не термиклистки. Разносим различные документы, пакет различных документов на имя уважаемого господина председателя ИЛ-114 Государственной Думы Российской Федерации Володина Вячеслава Викторовича и Валентины Ивановны Матвиенко, Совет Федерации, документы о выдвижении на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Инновации России. Наша Россия, наш президент, ваша наша сила, право и честь. Путина, Мишустина, поздравляю вас. Собянин. Нам посчастливилось, нам нехерометлийским. Посчастливилось нехерметлийским. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич. Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Володина, Матвиенко, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Сел Владимир, Константин Сергей Владимирович. Мы выдвинули многоуважаемого господина президента России, Верховного Командующего Вооруженными Силами России Владимира Путина на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. Поздравляю вас, нам пришли замечательные письма поддержки нашей исторической инициативы о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации и Совета Федерации на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года и Совета Федерации и Госдумы. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Сегодня мы разносим важнейшие документы о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. Ура, победа на века! И было радостное чувство. Елочку нарядили. Уважаемый господин президент России, Верховного командующего вооруженных сил России Владимира Владимировича Путина. Иди показывай, Владимир, 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 Владимир,
эпидемия коронавируса, настоящая счастливая победа. Обычный, комфортный, Владимир Владимирович, на выбор Владимира Владимировича, президент Российской Федерации, самый лучший мир. Я не поздравляю вас, Илья, расскажи, 2021 годом, мы самый лучший в мире, пресс-конференция, я расскажи, Владимир Владимирович, веди бою, как ты его правый честь, как ты его украшала. Россия, ты не сильная. Да. Россия, я все ее показываю, как она рассказывает. Вот я уже видел. Расходим много. Россия, Илья показываю, Илья ее показывает. Предстоящей триумфальной победе. Рассказываю, Илья, как выборы 2020 года. Ура, ура, ура. Владимир Владимирович Путин, Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Все делает для счастливой, благополучной. Прекрасно, самый лучший Россия, наш президент. Россиян. Вас, наша сила, право и честь. Поздравляем. С Новым годом. Много счастья, Новым годом, здоровья, успехов Новым вам годом, желаем. 2021 года мы вас поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Президент России Владимир Владимирович Путин, всенародный, любимый президент. Все делает для счастливой, самой лучшей, для россиян, для мира на планете предотвращения ядерной войны и катастрофы. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы, Нестеров-Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна Владимировна. Мы поздравляем вас, ваших родных и близких, героев России, с наступающим новым 2021 годом. Здоровья вам желаем. И очень просим, уважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост счастья президента Российской Федерации. Счастья! Счастья и здоровья вам желаем. На выборы. Давай. Красно поздравляем. 2024 года. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Ура, ура, великая победа. Все делает для счастливой, благополучной. Ой, как хорошо. Самые лучшие в мире жизни россиян. Спасибо, с розочкой прям смотрю. Поздравляем вас, все участники, организаторы самой лучшей в мире пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Годом лет. Президента любимого всенародного. Давай, тоже давай, мы, Нестеров Метлицкий, все поддержали, давай. Все участники, организаторы. Новым годом поздравляем. Форума, давай, с Новым годом поздравляем. Армия 2020. Много счастья и здоровья вам желаю. Давай. И мы, Нестеров Метлицкий, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, наш президент, наш гитарист, здорово играл. Сегодня мы разносим, мы, Нестеров Метлицкий, сегодня мы разносим. Конечно, где же он еще будет? С новогодних документов, с наступающим 2021 годом. На гитаре сегодня так играет. Таких документов о выдвижении. Я уже писал, как он на гитаре играет. На пост президента России. Ну давай, Ленуль, да? Слушай, а вот эта картина. Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Правильно, поддерживаем. Вот, все делает для счастливой, благополучной. Ну, давай, самый лучший в мире жизни россиян. Давай. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Наступающим Новым годом, 2021 годом, мы, Нестеров-Метлицкий, вас поздравляем, Нестеров-Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна. Что я внимаю, Юрий, все Владимир Владимирович. Вас поздравляю с наступающим 2021 годом. Мы назвали вас, пока Владимир Владимирович Путина, самым главным, влиятельным, самым лучшим президентом на планете. Самым главным человеком тысячелетия, десятилетия.
эпохи, столетия, десятилетия, годы завладения самыми главными миротворцами, защитниками. Слушай, не думаю, Инициативы на президент Российской Федерации движения Владимира Путина 2024 года. Президент Трамп Победы Мурка 2024 года. Из Госдумы Совета Федерации. Мы передали также Госдуму Совет Федерации пакет документов сегодня. Праздничек нашей России. Наш президент 2021 года. Наша сила, правая честь. Успех, ура, славление, великая победа в движении документов, в движении Владимиру Владимировичу Путину, выступающим на пост президента Российской Федерации. На выборы команды 2024 года. Мы не хотим, поздравляю вас, с наступающим 2021 годом. Мы сейчас пожелаем вам счастья, здоровья, пакет успехов, года, благословения. Мы не термитийские. Сегодня разносим документы, важнейшие исторические документы о выдвижении на пост президента Российской Федерации. На выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент. Ваши правые чести. Золотые кресты, купола, храмы, церквей. Мафиоз, храмы, Христа, Спасителя. Иди сюда, Бога! 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 Иди сюда, Бога
Триумфальная победа на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина партии Дмитрия Петровича Санкт-Петербурга Беглова, Московской области Воробьева. Инновация Москвы, Санкт-Петербург и России самая лучшая в мире. Его святейшество патриарх Московской вся Руси Кирилл прекрасно благословил выдвижение на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Радости звонкие песни в небе светят над Москвой. Нашей победы радостной песнью над окрылён землёй. С Новым годом! С наступающим 2021 годом! Поздравляем! Мы сегодня разнесли праздничные документы о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года во все высшие государственные инстанции, администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, администрации президента, Центральной избирательной комиссии, партии «Единая Россия», «Народный фронт». Наша Россия, наш президент, вас и честь. Мы дети русишки. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлия Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Ма Юрьевна, Стэн Владимирович, очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путин, избираться, поздравляю вас с наступающим вашим родным и близким, наступающим 2021 году, и очень просим избираться Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации на выборы 2024 года. Президента России, Федерации, на выборах 2024 года, наша Земля, Пресвятая Богородица, Владимир Владимирович, 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 Владимир Владим
победа на века! Слава! Ура, ура, ура! Великая победа России! Прекрасно! Поддерживай! Вперед! Прекрасно! Поздравляем! Россия, вперед! Прекрасно! Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Мы Нестор Медлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майорин, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна. Мы очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь! Победа Путина всегда! Он возродил Россию на века! И президенту...